Из поучений святаго Иоанна Златоустова на книгу «Деяния апостольских». «Будем и мы учиться кротостью и дерзновению Павла, чтобы в том и другом нам быть совершенными. Великое нужно старание, чтобы знать, в чем состоит первое и в чем последнее. Старание необходимо потому, что с этими добродетелями смешиваются пороки, с дерзновением дерзость, с кротостью малодушие. Каждому должен смотреть, чтобы, предаваясь пороку, не приписывать себе добродетели, подобно тому, как если бы кто, имея общее общение со служанкою, по неведению воображал бы, что он имеет общение с госпожою. Итак, что такое кротость и малодушие? Когда мы, видя других оскорбляемыми, не защищаем их, а молчим, это малодушие. Когда же сами получаем оскорбления, терпим, это кротость. Что такое дерзновение? Опять то же самое. То есть, когда мы ротоборствуем за других. А что дерзость? Когда мы стараемся мстить за самих себя. Таким образом, великодушие и дерзновение на одной стороне, а дерзость и малодушие на другой. Кто не щадит себя, тот едва ли будет сожалеть о других. И кто не мстит за себя, тот едва ли оставит без защиты других. Когда наш нрав свободен от страсти, то он способен и к добродетели. Когда тело, освободившись от горячки, укрепляется в силах, так и душа, если не предана страстям, делается сильную. Кротость есть признак великой силы. Чтобы быть кротким, для этого нужно иметь благородную, мужественную и весьма высокую душу. Неужели ты думаешь, что мало нужно силы душевной, чтобы получать оскорбления и не возмущаться? Не погрешит тот, кто назовет такое расположение к ближним даже мужеством. Кто был столько силен, чтобы преодолел эту страсть, то, конечно, будет в состоянии преодолеть и другую. То есть здесь две страсти – страх и гнев. Если ты победишь гнев, то без сомнения преодолеешь и страх. Гнев же ты победишь, если будешь кроток. А если преодолеешь страх, то окажешь мужество. Наоборот, если не победишь гнева, то окажешься дерзким, а не победив его, не будешь в состоянии преодолеть и страх, и, следовательно, окажешься малодушным, и будет с тобой то же, что, например, с телом, которое так бессильно и расслаблено, что не может вынести никакого труда. Оно скоро изнуряется и от холода, и от жара. Таково свойство тела расслабленного, а крепкое выдерживает все. Еще с великодушием, которое есть добродетель, смешивается расточительность. Также бережливость есть добродетель, но с нею смешиваются корыстолюбие и скупость. Сравним их между собою. Расточительный не есть человек великодушный. Почему? Потому что кто предан тысяче страстей, тот может ли быть велик душою? Он таков не от того, что презирает деньги, но от того, что покоряется другим страстям, подобно как человек, принужденный разбойниками, повиноваться им не может быть свободным. Не от презрения к деньгам происходит расточительность, но от неумения распоряжаться ими. Если бы можно было и удержать их и предаваться удовольствиям, то он, конечно, пожелал бы этого. Кто употребляет деньги, на что следует, тот великодушен. Поистине, та душа велика, которая и не раболепствует страсти, и почитает деньги за ничто. Также бережливость есть добродетель. Весьма бережливым был бы тот, кто употреблял бы деньги, на что следует, а не просто без разбора. Скупость же не то же самое. Тот бережливый и сдерживает все на нужное. А этот скупой и при самой настоятельной нужде не касается своего имущества. Бережливый – брат великодушного. Таким образом, поставим вместе великодушного с бережливым, расточительного со скупым. Последние оба страдают малодушием, а первые оба величаются великодушием. Подлинно великодушным мы должны называть не того, кто тратит деньги безрассудно, но кто потребляет их на нужное? Равно как скупым и сребролюбивым небережливого, но того, кто не употребляет деньги и на нужное. Сколько имущества расточал богач, облачавшийся в парфиру и весон. но он не был великодушен, потому что душа его была одержима жестокостью и тысячами вожделений. А такая душа может ли быть великою? Великодушен был Авраам, который употреблял свое имущество на принятие странников, заколол тельцов и, когда нужно было, не щадил не только имущество, но и самой души своей. Итак, если мы видим, что кто-нибудь приготовляет роскошную трапезу, насыщает блудницы тунеядцев, то не будем называть его великодушным, но весьма малодушным. Смотри в самом деле, скольким сам он служит и раболепствует страстям, чревоугодию, безмерному сластолюбию, самоуслаждению. А кто одержим столь многими страстями и не может освободиться ни от одной из них, то можно ли назвать великодушным? Следовательно, тогда в особенности и надобно назвать его малодушным, когда он много тратит. Чем больше он тратит, тем больше приказывает владычество над ним страстей. Если бы они не столько имели над ним силы, то он не столько бы и тратил. Напротив, если мы видим, что кто-нибудь никому из подобных людей ничего не уделяет, но питает бедных и помогает нуждающимся, и сам довольствуется трапезу нероскошную, того мы должны назвать весьма великодушным. Поистине, великой душе свойственно не думать о собственном удовольствии, а заботиться о спокойствии других. Скажи мне, если бы ты увидел кого-нибудь, кто бы, презирая всех тиранов и вменяя ни во что их повеление, облегчал страдания, притесняемых ими, не признал ли бы ты это делом великим? Так точно мы должны рассуждать и здесь. Страсти — это тираны. Если мы будем презирать их, то сделаемся великими. Если будем освобождать от них и других, то еще более великими. Это и справедливо. Кто делает добро не только себе, но и другим, тот выше не делающих ни того, ни другого. Если бы кто из угождения тирану одного из подчиненных его стал бить, другого притеснять, третьего оскорблять, неужели мы назовем это великодушием? Отнюдь нет. И тем менее, чем он был бы важнее. Так точно и здесь. У нас есть душа благородная и свободная. Расточительный предает ее на битье страстям. Назовем ли великодушным того, кто терзает самого себя? Отнюдь нет. Итак, будем помнить, что такое великодушие и расточительность, что бережливость и скупость, что кротость и малодушие, что дерзновение и дерзость. Чтобы, различая их друг от друга, мы могли, благоугождая Господу, провести настоящую жизнь и сподобиться будущих благ, благодатью человеколюбия, единородного его, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно и во веки веков. Аминь.